Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Детол, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя легенды. Ребята, всем привет, у нас Черепашки-ниндзя, и сегодня очередное испытание, в котором мы играем за команды, которые вы пишете нам в комментариях. И мы готовы к первому составу. Так, первый состав. Ух, Шреддер. Да, Шреддер у нас в команде, это уже хорошо. Дальше. Пиццелицей. Пиццелицей, так, это такой толстячок. Вот он, да. Макман. Макман мне уже нравится, да. Бибоп из мультика. Бибоп мультик. Тихо, надо его найти бы еще. Бибоп мультик где-то в начале. Да, вот он, да. И Кейси Фильм. Кейси Фильм, по-моему, в конце где-то был. Да, ребята, у нас прокачаны все полностью герои, поэтому мы можем играть за всех. А если вы хотите таких же, пишите нашему подписчику, ссылочка будет в описании. Уточняйте у него условия, и он вам обязательно поможет, ребята. Знаешь, что плохо? Потому что мы сражаемся против класса Дух, и у них против четверых наших героев повышенный дамаг. А это так всегда? В любом классе у нас в любом случае будет пониженный или повышенный дамаг. Эх, разнос пытаемся устроить, но, конечно же, это все печально. Попробуем, ну что, мы же любим трудности, мы же хотели, конечно, сильных противников. Так, бибоп, и бейсбольные биты, раз, и два, и три, понеслась, хорош. Так, Кейси, таракашку красавчик. Одного почти вынесли. Но они вроде не лечатся, поэтому... Не лечатся, но вот Кейси мы можем потерять. Блёк, о, хорошо, подлечил пиццелицей, да, красавчик-то наш жирненький, а? Используем пиццу, вот это нормально, вот это нормально, подход. Да. Так, еще у нас обычный дамаг, самый простой, у нас наносит даже Макман. Так, давай вот этого слева вынесем. Бум! 2-300, неплохо. Все, этот уже отпередить, скоро второй тоже. Второй тоже, вот это они попадали, ребят. Остался только один. Так. Слушай, нам бы подлечиться надо. Жалко, мы использовали сейчас, но ладно. Нормально, нормально, в следующий раз подлечимся и... Двойная атака. Может быть, сейчас пиццелицы будут ходить и подлечат, понимаешь? Слушай, да что ж мы не можем этого таракана? Да никак не можем, даже Бибоп уже дважды готов спрятаться. Уже 6 раз ударил его. Реально, и никак не может, не могли завалить. Так, ну что же, локейшн, это локейшн, где появился Крип. Так, для справочки. Да, очень зеленый, приятный такой. Используем, опа-на, хоть и пониженный урон, но... Лечимся. Да, точно. Спасибо за напоминание, то я уже забыл. Потому что сейчас пойдут эти атаки. Так, Кейси, ну-ка давай, дружище. Так, отлично, минус один. И массовая атака еще раз. Вообще она должна быть очень сильная. О, вот это массовая атака, ребята. Слушай, у него Лео, я даже не заметил, а его бы надо вынести. Надо бы, да. Выносим Лео. Шреддер. Бам, нету. Нету Леонардо. Осталось только два противника. Макмана попробуем вынести. Раз, и вторая атака. Отлично, Биба! Шикарно! Вторая волна нам далась намного легче. Намного легче, но за счет того, что Макман использовал свою массовую атаку и... Опа, и пиццелиц еще подлечился. Ну ты молодец, а? Ну, дружище наш. Выручает, да? Вообще выручает. Пиццелиц на самом деле хороший герой, две способности массовые. Первый из них с сырком еще и периодический урон накладывает, поэтому огонь. Шикарно. Итак, Леонардо, мы начнем тебя первым выносить... Опа, не сможет лечиться, не сможет отлично, лечиться. Отлично, то, что нужно. Так, используем шайбу. Опа, и заблокировали еще способности. Способности, здесь букет собрал у нас Лео. Давай, пиццелиц. Ой, Мак, вернее. Так, кланфут, запускаем кланфутовцев. Ну-ка, в бой и опа, минус Лео. Отлично, это уже хорошо. Попробуем теперь Крипа мощной атакой от Бибопа. 4800, даже несмотря на то, что класс-то хуже у него. Да, ух ты, согласен. Меткость понизили. Меткость понизили у Бибопа. Провокация, провокация от пульверизатора. Это было очень ожидаемо. Так, ну что ж, завалим его тогда. Ну да, ничего не поделаешь. И... Джастин. Джастин. Ах ты ж какой, Бибопа все никак не добьют нашего. Это точно. Так, мы используем еще одну пиццу, бросочек и атаку понизили. Под маской кто скрывается? Бортанули плечом. Неплохо, скорость ну, атаки понизили. Конечно, но все равно. Шреддер, 1000, совсем что-то как-то... Так, Бибопа добивает змейка в юнок. Ну что же, а мы продолжаем атаковать и... Опа-на, 3200, это уже другое дело. Ох, Крип подлечился. Крип сейчас подлечится, пока мы дойдем до него. Да.
полными хелсами будет уже. Ух ты, Джастин. Ой, Пиццелицы, молодец-то какой, а. Да, он поддерживает нашу команду, и мы можем восстановить наше здоровье. Восстанавливаем, ребята, лечимся. Фух. Отлично. Уже неплохо, но Змейка в юнок все начинает. Ох ты, слушай, защиту понизили. Очень плохо. Очень, очень плохо. Нам нужна массовая атака от Крипа. От Макмана. Ой, от Макмана. Да, очень она нужна. Трое против четверых, но у нас пониженная атака у них. Ой, ох ты, слушай. Я думал минус Кейси. Выжил Кейси, представляешь? Так, и неплохо дамаг нанес, между прочим. Бам! Ах, не удалось Крипа. Не добили. Змейка в юнок добивает. Ай-яй-яй. Ребята, дела очень плохи. У нас один очень пункт восстановления массовой атаки. И он не сможет лечиться в холостую. Хорошо, хоть хил не сработал. Провокация. Теперь мы тоже... Ух ты, слушай, вот это Шредер. Нормально. У нас остался один Макман. Вся надежда только на него. И понизили атаку, а он себе повышает атаку, несмотря ни на что. Супер. Но я думаю... Защита пониженная, это плохо. Ребята, не дошли мы до конца. Но, видите, к сожалению, классовое преимущество все-таки дает о себе знать. Это все-таки сильно, сильно. Да. Ну что ж, следующая команда, дорогие друзья, мы готовы. Так, ну что у нас здесь? Раф из мультика. Раф и мультик. Давай посмотрим. Так, да, взяли. Сплинтер. Да. Раф ролевой. Да. Шреддер. Да. И Микки ролевой. Микеланджело ролевой, отлично. Ах, ну как бы отлично или не очень, мы это сейчас еще посмотрим. Да, мы это сейчас узнаем, ребята. Потому что у нас здесь, ух ты, ночь, ты смотри как. Ночь, темная ночь. И что же, массовую атаку сразу же используем. Конечно, мочим их по полной. Потому что по-другому никак. Фокус, да, фокус били. Неплохо. Класс-фуд. Клан-фуд. Клан-фуд. Класс. Бежит. Первый или второй класс? Да, не знаю. Ладно. И... Опять массовая атака. Ребята, массовыми атаками мы их задушили просто. Задушили. Ну, еще хорошо, у Майки... Есть еще одна массовая атака. Да, еще одна массовая. И он по классу лучше, чем наши противники. Так, ну что же, давайте атаку поднимем. Поднимем нашей команды, и нам будет чуть-чуть полегче. Да, шикарно, ребята. Индюшку используем, будем помогать. Да, Рафи у нас помогал. Но почему-то по нему теперь атакуют. Ну, это, видимо, умный компьютер. Так, Эйприл, пытаемся вынести ее. Она хилер у нас, и Лео у нас хилер, кстати говоря. Да, опять Лео его не заметил. Опять его не заметил, он прячется там. Опа-на, Эйприл практически добили, но пробуем массовую атаку. Надеюсь, не в холостую она пройдет. А, и сейчас у нас Эйприл или Лео подлечат. Ах, ты слушай, Эйприла нет, Эйприл нету больше. Эйприл больше нету. Эйприла, я хотел сказать. Оскорбление. Так, ну что ж, я думаю, Сплинтер точно не вынесет Лео, поэтому лучше добить хотя бы вот этих двоих. Ах, Лео подлечился, ты смотри, и лечит еще. Фух, какой молодец. Одного своего бойца подлечил. Итак, попробуем периодический урон наложить на Леонардо. Ну-ка, дружище, получай. Отлично. Есть периодический урон. И продолжаем дальше атаковать. 1486... Шреддер. 1486 тоже. Майки. Ну, 7000. 7000, как так? Классовое преимущество было, да? Да. И плюс атака. Ничего плюс атака. Себе. Вот это, ребята, играет очень важно. Дабл бонус такой прям конкретный. Да. Так, ну что же. Практически добили. Да, и мы несемся к третьей волне. Это только третья была. Только вторая Ничего была. Ничего себе, вторая волна только была. Так, ну что же, мы готовы, в принципе, с жизнью у нас все более нормально. И Эйприл пытаемся это разбить. 1606, еще повышенный дамаг будет. Ох ты, хороший. Нет, место понизили. Шикарно. Давай, Сплинтер, так и не добил. Ух. Ну, Раф, да. Все, ребята, хилера убрали. Теперь остался Крип. Крип у нас очень крепкий малый, да? Да, что-то я начал паука атаковать, нужно было действительно по Крип, потому что он все равно сейчас сделает таунты, и все будут атаковать только его. Мам, меткость понизили. Это тоже хорошо. Ой, слушай, мы можем потерять Рафа. Да, действительно, надеюсь, этого не произойдет. Ага. Произойдет. Мимо, ничего себе. Ух, Джастин все-таки добил. По одному они вычленяют, в принципе, как и мы.
Да, по одному, действительно. Опа-на, вот это нормально, крипы прилетело. Клан Фуд! Отлично, отошел он к третьей волне. Опа. Да, отпустил нас и... Массовую атаку. Эх! Хоу! Ох, ребята, слушай, остался один Джастин. Ну, Джастин, получай. Получай по полной, по самой небалу. Так, опа-на. Меткость понизили, и сплит-ручитель пальцем своим великим и могучим. 841. Мощную атаку попробуем у Шреддера. Ну, полет шмеля, 2333. И выстрелы. Есть, 226. Шикарно, классовое преимущество у нас было. Ну что же, отличный бой, отличные команды, ребята. Пишите их в комментариях, мы обязательно сыграем за ваши составчики. А вам спасибо огромное за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в следующих видео. Всем спасибо, пока. Пока.